Всем привет, друзья! Сегодня у нас вот такая вот гигантская посылочка. И там в ней кое-что лежит интересненькое. Вот это мы сейчас и посмотрим, что там лежит интересненько у нас в этой огромной коробочке. Очень полезный аппарат купил, так как зрение уже не то. Вот. Прикупил вот такой вот аппарат. Профессионал электрик. Вот. Профессиональный электроник продукт. Андостар, микроскоп цифровой. Давайте посмотрим, что там у нас внутри находится этой коробочки. Значит, собственно, инструкция. Инструкция, содержимое вот тут. Пульт, что куда вставлять. Вот, давайте дальше смотреть. Значит, поролончик. Значит, собственно, пульт вживую выглядит вот так. Посмотрим, батарейки есть или нет. Без батареечек. Пульт. Батареечки вставим позже. Так. Дальше у нас идет такой вот кабель. Тут кнопочки вам явно увеличить, уменьшить и питание. Так. Болтики. Сам, собственно, аппарат. Такой вот аппарат. Ну, как бы так вот зум приятно крутится плавненько. Здесь у нас стекло, чтобы пыль не летела. Ну, такой это увесистый, так скажем, аппарат. Значит, блок питания, я так понимаю. Ну, или зарядное устройство, что ли. Не знаю, есть там аккумулятор встроенный или нет. Давайте попробуем включить, что ли. Узнаем, есть там аккумулятор или нет. Нет, что-то походу либо нету аккумулятора, либо он сел. Значит, кабель HDMI. Так. Подставочка с подсветочками такими. Подсветочки модные. Вот. И, собственно, кронштейн. Вот, думаю. Кронштейн. Здесь коробочку уберем в стороночку.
Значит, что, давайте соберем наш агрегат. Давайте соберем наш агрегат, значит. Тут у нас как-то это должно крепиться вот так вот, я так понимаю, да? Здесь у нас болтики. Вот здесь зажимчики, чтобы там что-то прижимать к подставке. Так, 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 так. Я так понял, что вот эти вот... Нет. Наверное, вот эти вот насквозь. Вот эти вот сюда вкручиваются. Болтики. Да. А вот этими маленькими как раз крепится кронштейн. Тут вот специальное углубление есть. Давайте-ка прикрутим наш кронштейн. Что-то вот здесь вот разъем находится для питания подсветочки. Хитроумно, ну так сделали. Так, я думаю, где же провода от светодиодов? А тут все красиво. Так, один болтик. Вот эти нам пока не нужны. Крепежки. Собираем наш кронштейн. Ключиком, который входит в комплект. Так. Вот затягиваем эти болтики. Как бы сборка молниеносная просто. Так вот лампочки наши будут светить. И, собственно, эти вот болтики, я так понимаю, надо маленечко выкрутить и установить микроскоп наш на место. И так он у нас что-то не должен влазить, больше вариантов как бы нету. Вот крепим болтиками его, чтобы не болтался. Ну, где-то вот так вот. Где-то как-то вот так вот получается у нас. Так, 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 так. Чё? Остается его включить в сеть. Так. Вот шнур наш. Шнур, кстати, длинный. Так, вот этот вот у нас разъемчик получается для подсветочки. Включается сзади. И вот это вот питание микро-USB включается сверху. Также здесь есть разъем вот сверху для HDMI и для SD-карты. Если там фоточки, наверное, на нее можно сохранять.
кстати, вверх-вниз, вот так вот, я так понимаю, ездит. Ну, так, это как трактор, короче, не знаю. Вверх плавненько, а вниз как трактор едет. Ну да ладно, давайте уже его включать. Сейчас уже охота в розеточку. Так. Хоп, подсветочка включилась. И экран загорелся. Ну и самый такой момент, это, наверное, вот отрывание вот этой пленочки. Очень такой вот интересный момент, да? И чё? Собственно, все работает. Давайте что-нибудь туда положим и увеличим, что ли. Так, сейчас я что-нибудь туда, какую-нибудь платку надо положить, да? Нашел платку. Теперь нам надо резкость наладить. Давайте чуть-чуть подальше сделаем. Сюда вот подсветочку направим. Да? И теперь будем крутить нашу фокусировку, чтобы вот, вот. Вот, смотрите. Смотрите-ка. Ну, классно. Качество прям радует. Качество картинки. Как вам? Напишите в комментарии, понравилось вам качество или нет, кстати. Давайте попробуем кнопочки. А, это у нас яркость кнопочками управляется, видите? Посветлее, потемнее. Выключили. Включили. Ну, как бы все просто вроде. Там у нас какие-то клавиши есть, но это настройка, так понимаю, экрана. А вот можно еще так приблизить, кому этого мало, можно на экране приближать. Ребят, вот, в общем, такой микроскоп обошелся мне где-то в пределах 15 тысяч рублей. Ссылочка будет под видео. Вот, и постараюсь что-нибудь еще выложить по работе с ним. Какие-нибудь интересные микротрещинки постараюсь вам снять с помощью этого микроскопа. Вот. Напишите в комментариях, как вам качество изображения этого микроскопа. Вот. На мой взгляд, вполне приемлемо. То есть все как бы видно. Вот. Это если что, переходник для жестких дисков какой-то китайский там я покупал. Вот, валялся в ящике, нашел. Ну, также, я не знаю, может попробовать что-то,
что-то другое туда положить. Даже не знаю, что давайте положим туда как вариант. Какой-нибудь фрукт. Вот у меня есть долька лимона в бокале. Сейчас мы ее и рассмотрим. Так. Да прям в бокале, да? Рассмотрим. Недопитого кофе. Приподнимем маленечко. А, больше все. Так. Вот так вот. Давайте туда направим свет. Еще свет направим. Вот. И фокусировочка. Вот. Это было кофе с лимоном у нас. То есть там у нас лимон и кофе, остатки. Вот так это примерно выглядит. Смотрите, качество как бы отличное. То есть видно, что... Давайте вот подсветочкой поиграемся. Убавим. Так вот, сделаем подсветочку. Ну, в общем, вот такое вот изображение, ребят, получается. Так, ну, например, еще давайте посмотрим вот эту вот бумагу, эту, не бумажку, а как пакетик. Пакетик посмотрим, как выглядит. У нас вот, кто не видел, как выглядит такой пакетик, пожалуйста, смотрите. Вот, ну а как будут какие-то интересные микротрещинки, я вам обязательно продемонстрирую с помощью данного микроскопа, как их можно разглядеть. Время, в общем, покажет, ребят. Так что все видели мои помогаторы, которые с увеличительными стеклами. Вот им на смену пришел товарищ, так скажем. Очередной товарищ для моих помогаторов. Всем пока, ребят. До новых встреч. Ставьте лайки или дизлайки. И всем пока.